Время сверять барометры. Медики определили региональный профиль здоровья населения. В Одесском областном центре общественного здоровья рассказали, что регион имеет достаточно внушительный перечень как негативных, так и позитивных значений различных больничных показателей. Благодаря такому мониторингу появляется возможность следить за продолжительностью жизни людей. Можно проследить тенденции в сфере здравоохранения на бытовом уровне. Сьогодні ми презентували показники якості життя, тривалості життя. Ці такі показники розраховувалися для всіх областей України. Наш обласний центр громадського здоров'я і Національний центр громадського здоров'я МОЗ України розрахував ці показники, близько 25. І серед цих статистичних показників підтвердилася вже дуже давня тенденція, що, на жаль, Одеський регіон має один з найвищих показників захворюваності на ВІЛ, на туберкульоз і також мікс-інфекцію цих двох захворювань, на вірусний гепатит С. Барометр общественного здоровья включает в себя 25 основных показателей, по которым определяют общее медицинское состояние в регионе. Сбор данных занял много времени, так как подобные исследования не проводили уже давно. А потому результаты могут неприятно удивить количеством летальных исходов от той или иной болезни. Первые года изучали проблему. Где же эта проблема зарыта для того, чтобы решить эту проблему? Следующий этап перешли, мы понимали, что вопрос в профилактике, в диагностике. И активно начали диагностику и выявляемость. И вот эта проблема за счет того, что пошла масштабная выявляемость, мы получили масштабную заболеваемость. То есть сейчас мы масштабно пришли к тому, что мы выявляем. Теперь у нас либо мы должны решить проблему на предмет профилактики, не допустить заболеваемости, чтобы масштабно не было такого количества выявленных и заболевших.